Или скажи, когда хорошо будешь стоять. Угу. Хорошо. Подожди, инерция. Сейчас еще расскажу. Да, прекрасно. Там прямо похоже. Отлично. Что-то море волнуется. Да. Горизонте. Угу. Там сильный туман. Ага. Я, пожалуй, на воробе залезу, чтобы мы не выбрались никуда. Лучше карту посмотри сначала. Угу. Нас подразвернуло. А, да, можно правее взять. Нас носит. Сейчас он от нас на час. Все, в принципе, это хорошо. Как ты можешь даже еще чуть правее взять, чтобы он у нас по левому борту был. Чтобы мы не прям не выехали. Да. Чего? Русский язык для чего? АХЗ? Так, вижу остров. Ага. Готовься по парусам. Я пока передние уберу, потом будем основной. Да. На английском. Стиль не купил. Так. Давай якорь. Ок, буду на якорь. Сильно завернул. Ладно. Так, ну, он должен быть по центру острова. Там несколько пиратов нужно будет отпинать. Погнали. Погнали. Ну, хоть трусы под юбкой есть, уже неплохо. Да все. Красная. А вот у тебя светящаяся шапка. Прикольно. Это, кстати, за квест дали. Ага. Наверх сразу решил? Что считать центром острова? Ну, давай наверх, посмотрим. Давай возьмем самую высокую точку. Слышу. Кстати, послушай, я иду типа не морной. Или хрен с ним.
Че, гол? Давай. Вот он. Ага, вижу, Каптен Эвери. Он стрелять еще хочет? Не давай. Или... Сука, да сколько ж вас? Ну я капитана пока долблю. Так, капитана убил. Я вижу. Блять. Сука. Умер? Нет. Еще так, не умер, но напряженненько. И так, я стрелка пошел бить. Давай. Стрелка убил. Так, все вроде. Еды у нас вагон. Так, костяная отмычка. Взял. Угу. Да, что-то типа того было там нарисовано. Сейчас посмотрим, тут полутать есть еще. Не нужно. Ну ладно, давай на корабль тогда, чтобы задвигать. Еды там куча, так, ешь. Подожди. Жду. Какой-то шлюп гоняется за пиратским галеоном. Неподалеку. Но я думаю, что мы пока на квесте сосредоточимся. Давай. Ёб твою мать. Они плавать не умеют, забей. Да, я знаю. Красим фонарики сверху. Да. Шляпа-то у меня сильно светится. Ну да. Так, давай тогда. Я пока шляпу сниму. Ты гаси фонарь. Я погасил. Ну, в трюме оставим, я думаю. Так, все. Так, следующая часть. Смотрю, куда нам плыть. Так. Изгибающаяся лощина, М-16. Угу. Есть такое. А еще у меня есть карта сокровищ на Курьем Зубе. Можно будет туда потом сгонять. Так, у меня тоже есть какая-то карта, кстати, надо посмотреть. Да, в Акульей бухте. Это потом. Хорошо. Запад с югом. Блять, ни пизды не видно. Наверху северное сиденье, красиво. Так, да. Ладно, поднимай века и потихонечку пойдем. Мне что, добрался, как русский включить? Угу. Ставим паруса и пошли. На юго-запад? Да. Подожди, на юго-восток. Так. Юго-восток. Понял. Давай для разнообразия. Да, давай для разнообразия ты порули. Пока. Смотрю по карте, равняй. Выровнял. Все хорошо, так идем. Угу. Так, что по ветру? О, по ветру у нас хорошо. Поверни переднюю.
Угу. Прям попутный. Да. Все, отлично, пойдем. Я на воронку. Давай. Было бы прикольно, если бы оно было в VR. Скоро все будет в VR. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Скал впереди нет, страшно. Не, нормально. По чистой воде идем. Better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Чуть правее возьми. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. Хорош. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You want some trusty steel at your side, though? Нет, мы у него пройдем. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Клетики шарятся. Так, я чуть на тройке зайду в вычислитель. Сможете себя повеселее наболтая? There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Ёбаный туман. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. Правее. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Скажи, когда хватит. Еще. Фуф. Левее теперь. Ага. Так, на карту быстро посмотрю. Право. Даю право. Правее остров, видишь? Да. Вот это изгибающаяся лощина и есть. Окей. Правь к ней. Я готовлюсь стопорить нас. Да, вот туда. В принципе, паруса можно поднимать. Подровняй сначала. Я выровнял уже. Угу. Прекрасно. Знакомое местечко.
Угу. Так. В пещере видимо... северной части острова, недалеко от символа бесконечной ящерицы. А, помню это местечко. Инь-янь этот пресловутый. А, стоп, отставить. Сплавал бы сейчас. Сейчас. Пожру сначала что-нибудь. А, давай, кстати, я поддержу. Там верхний корабль, короче, там две бочки с едой, нижняя приманка для рыбы, а сверху еда. Там бананы отрежутся, а их как бы меньше всего жалко. А ебать, их 28 штук. Я же говорю, я полагал, в принципе, неплохо. Я возьму себе тут 5 штук, чтобы поменять дюля. Так, по снарядам еще... О, я этот возьму себе, дробовичок. На остров. Ну, я с пистолетом пойду. Поехали. Ага. Ну и можно лутануть по дороге. There, now you look like a true pirate. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Оставь в покое курицу. Well, так. I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Где-то. Allow me to show you the path. Походу, северная часть на другом месте. Иду на север, короче. Лучше иди на меня. But you have one more task before your journey continues. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Ага. Так, ничего интересного. Я думаю, надо копать. Не-не-не-не. Сейчас. Сундук охраняет капитан Блейк и несколько скелетов. После убийства капитана сундук копаем в основном на том же месте, где сидели и ели эти ребята. В пещере в северной части острова недалеко от символа бесконечной ящерицы. Начнем все-таки на север. Сначала. Ладно. Но вроде как символ бесконечной ящерицы это было вот это как раз фигня. Вон херня какая-то бродит. Там мы должны сидеть уже. Пойдем так, на север. Ну, пойдем на север. Оставь змею в покое. Угу. Так, ну, север. Так, ну вот. Северной части как раз. Это наш корабль. Так, меня змея бахнула, сука. Вот пещера какая-то. Сейчас, секундочку. Я убью эти пидорасы. А, все. Нормально, у меня пол хп отожрало. Среди бананчика. Давай. Попусти уже. Попустила. Бесконечная ящерица. О, есть какой-то скелетик. И здесь скелетик. Или сюда. Ёб. Что с ним? Нас стреляют. Откуда это? О, да, сзади можно. Скелет мушкетер. Назад и налево. Я убил. Угу. Вот сюда идем. Наверх пошел. Так, ну та, тот же самый символ ящерицы. Так ты здесь уже был. Да. И куда, блять? Может быть, просто не тот?
книжку на всякий случай почитаю. Может, все-таки место не то? А, я понял, где это было. Где? Ща. Я видел этот знак. Блин. Вот это пятно. Короче, тут же несколько пещер. Ага. И там у одной из них этот знак как раз был. Сейчас пытаюсь найти. Мы уже не в северной части острова. Так, танцующих крабов вижу, но это не то. Там входа в пещеру вот этот знак. О, слышу кучу этих. Ага. Не смей стрелять. Ай, сука, да. О, вот этот знак вроде бы. Чего вот? Вот он вроде этот знак. А, нет, не тот. Не, он внизу похожий. Короче, сейчас я книжку открою и тебе покажу. Смотри. Где-то. Видишь значок? Ага. Почему его надо найти? Вот он похож, вот этот. Это не тот. Да, что, это не пойдем то. Пойдем просто попробуй искать. Две полоски, и там... Между ними треугольник, да? Так, подожди. Назад. Назад. Две полоски, и между ними треугольники? Ну, эти какие-то горизонтальные, а может вертикальные. Ну, давай проверим. Они между ними, да? Они по краям. Ну, короче, вертикально вот это вот должно быть. Это горизонтально, а она может такое же вертикально. Ага, понял. Ну, я ползу наверх, чтобы посмотреть. Да, нам надо, скорее всего, пещеру не в нижней части острова просто. Пока. В северной, но не в нижней. Так, это... А может, это выход из этой пещеры? У нас гости. Где? Люди? Пока непонятно. Я около тебя. Нет, не люди. Ну и хуй с ним. Симпатичная хуйня. Ну да. Пойдем искать, это уже стемнеет. Ну да, по темнику тут шариться не очень весело будет. Я предлагаю сюда зайти. Я нашел. Так, и бегу к тебе. Да. Оно стреляет, что ли? Зо. Так, айн момент, бананчик. Пока. Стрельба не нравится. Как бы там не нас топили. Ну ладно, я. Ну погнали. Тут должно быть также император. Или квадрат. Ты меня застрял. Я хуйся. А мы должны где-то кучать. Не вижу пока. Никого. Так, открываю книжку. Так, вот мы зашли. Открываю эту штуку. Смотри, тоже у себя на книжке, потому что тут что-то есть. Сейчас. Так, книжка. То есть вот каменная глыба.
на которой вот такая обратная S изломанная, с видящимся зрачком. Так, я слышу, ты чей-то рёв. У меня тут два скелета. Капитана среди них нет? Нет. Значит, я не знаю, в какой стороне. Фига, я и так умею. Надо запомнить. Но странно, что я тебя не вижу. Я сверху. Ты нету, у них вообще что-то. А, вот, теперь вижу. Внутри пещеры косой знак с треугольничками. Какой-то ворон. А, слушай, это вход в другую пещеру. То есть это знаки наоборот. То есть смотри, у нас должно быть по легенде две стрелочки, смотрящие налево, средняя направо, а это отзеркаленные. То есть это не та пещера. Ладно. Продолжаем поиски. Там где-то скелеты опять спавнились. Значит, ну я вниз спускаюсь к нашему кораблю, потому что это северная часть острова, и начинаю искать вот эту штуку. Я думаю, что про пещеру это херня. Точнее, про то, пошел, что... Пошел! Хорошо, сейчас. Но ворона, правда, я здесь не вижу. Это плохо. Но вход прямо вот он. Может, остров не тот все-таки? Да ну нет. Ну это очень вряд ли. Another new face. That was quite the celebration. Где значок? I'm not surprised you don't remember it. Значок-то вот он был. Вот что-то тоже он как-то криво. I hope you are prepared for the adventure that awaits. Ща. You'll need gold if you're to prosper. But there are ways to see to that. Several trading companies have a presence across the Sea of Thieves. Here on this outpost, you can meet with the Gold Hoarders, the Merchant Alliance, and the Order of Souls. Ну, мы здесь уже были, да? Ладно, я пойду в другую сторону, еще устрою побегу, посмотрю. They'll readily pay pirates who are willing to take on work. Make yourself known, and they'll offer you voyages to prove yourself. Think of them as an initiation, or a way to make coin, if you prefer. You'll find your ship waiting outside, as well as food and supplies, if you know where to look. When you're ready for a greater challenge, come back and speak with me again. Не, слушай, что-то тут не так. С чего ты взял, что именно вот этот вот кусок, остров? О, в гайде так написано, там есть вот картинка из книжки, как у нас, и типа вот это вот оно, этот остров. Что может быть 6 локаций. И они отличаются картинкой книжки.
Так, ладно, сейчас я еще раз гайдик гляну. Я смотрю уже. Не, не про книжку, а про гайдик сам. Блять. Ёбаные костяные пидорасы. Так. Тут с такой картинкой два острова. More gold. Да, нам нужна долина кладов же 16. Угу. Сорян. На северо-западе в пещере рядом с птичьим святилищем, блять. Да, да, да. А здесь как раз сверху. Ну, возвращаемся на корабль. Ну, зато я нашел отличный способ убийства скелетов с мечами. Саблю зажимаешь. Так. Ёбаный ж ты в рот. Ой. Ёй. Да. Да. Ну, вроде не к нам. Да они, по-моему, друг друга взяли, да? Ну да. Там вот за ним шлюпка какая-то. Носится. Один красивый, за ним шлюп. Угу. За шлюпом еще один. Еще бригантина. А шлюп-то постреливает? Ага. Ну, а мы незаметные. Там бригантина нагоняет шлюп. Да. Я обгоняюсь. Ну ладно. Так, пойдем как-то смотреть 16. Ну, благо они все ушли, поэтому можно. Угу. Так, уже 16. Это нам строго на запад. Хорошо. Пойдем отплывать. Слушай, давай разворачиваться через левый борт, чтобы нам не нужно было отплывать остров и к этим ребятам в зону видимости идти. Угу. Налево бери. Да, беру уже. Конечно, видишь, какое количество координаций в этой игре? Постоянно у нас канал забит. Так, вставай за штурвал. Угу. Ребятушки плывут в обратку. Ну, так что прячься за рифом, обходи остров. Угу. Я буду на парусах пока. Почти встал на западный курс. Угу.
Пойду гляну, насколько мы хорошо. Прекрасно. Пойдем прям просто прекрасно. Отлично. Скорость максимал. Ойс. Миш, ты уже в ущелку проходишь? Плыви дальше. Когда у тебя закончатся вопросы, какого хера я здесь делаю, когда оно закончится, вот тогда оно и закончится. Главное, кругами вокруг острова не плавай. Надо немножко освоиться. Ёп. Что-то ценное было, но мы это проебали. Не все сокровища можно собрать, чистые сукрасти. Это очень печально. Правее возьми, чисто на запад. Беру. Ну, есть так, чисто так. На запад, там корабль какой-то по правому борту на 50. На благо. А, вижу. Не пойму, кто. Качка, ёбнешься. Да. Так, вот этот самый нежить. Передний парус поправь по ветру, это что правда. Угу. Нас что-то сносит все-таки с западного курса. Под выправило. Так, сейчас посмотрю, какой из них, и будем парковаться. Угу. Чуть правее большой остров. Чуть правее, то есть не ближайший? Да. Вон, торчит вверх. Я не вижу, сейчас ты идёт, червало. А, вот так. Так. Ну, еще чуть правее можно. Хорошо идем. И течение тут как бы очень основательно снес. Да, вижу. Там есть место для парковки? Есть причал? Пока не вижу. По-моему, нет. Возле бухты будем парковаться. Ух, ебаный в рот, как качает. Если мы идем с запада, и нам нужно все северную часть. Если мы идем с востока, то я его по левому борту пропущу. Давай по левому. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Во, вижу. И рули теперь спокойно. Угу. Там птицы кто-то кружатся. Может, это и есть птичья вот эта вот... Куда нам надо, в общем.
Так, ну вот смотри, подъем вижу. Ага. Он как раз где-то в верхней части. Давай возле этой буточки. Ну, бросай я скажу. Я выравниваю. Угу. Выравнил. Бросил. Красота. Ляпота. Как поднимаю. О, ништяк какой-то лежит. Где? Вот. Рубин русалки. Забыл. Это, по-моему, самый дорогой. Ага. Просто так лежит. Не делай ему просто так лежать. Угу. А вот в трюме ему самое место. Да? О, я слышу голоса. Не спеши, сейчас подойду. Да. Вот здесь. Право. Вот. Ага. Да. Линию огня не перекрывай. Там капитан Блейк стреляется. Ага. Не даю ему стреляться. Запиздячили. Ай, блядь. Так, у меня мало хп. У тебя вообще... Меня сняли, да. Не, ну может я победил? Нет, меня застрелили. Да ладно, мы сейчас прямо на корабле же восстановимся. Да, сходим еще раз. О. Погнали. Черепушки этого капитана нету. Цена и рука вырвать. Так. Птичий тотем нужен. В гайде написано про птичий тотем, то есть мы не совсем там. Сундук копать прямо у святилища. Видишь святилище? Нет. Рядом с птичьим святилищем.
О, нашел. Угу. Какой-то костяной сундук. Это, видимо, то, что нам надо. Да. Так, по-моему, меня, около меня вылезает. А, вот, все, копаю. Взял. Пойдем. Так что черепушку капитана не взяли, ну и хер с ним. Не было у него черепушки. Не было? Не, не дропнул, сука. Скорее всего, черепушка будет в сундуке. Ну что, посмотрим. Не тот выход. Нет. Ну, ладно. Веди. Тот выход. Тот выход. Пока. Так. Я пока ядер еще полутаю, Мальца. Так. Говорят, что кому-то можно продавать бочки с порохом, не помнишь? Блин, я не помню. Но это загуглить-то несложно. Да. Так что давай возьмем. На матч ты поставишь? Ага. А я пока этот костяной сундук открою, если не против. Открываю? Открывай. Разбитая подзорная труба Брикса. Вернуться на форпост грабителей Мономандия. Угу. И карта звездного неба Брикса. А куда ты рубинчик сложил? Кого? А, вниз просто кинул. Я его в этот же ящик сложил, чтобы все вместе тащить потом. Давай. Ну-ка, интересно. Оп. Работает, смотри. Mm-hmm. Зажигалка? Нойс. Да они сразу гаснут. Ну, потому что в воде. Ну да. Give it your best shot. Блин. Ты его как-то возбудил? В шлюпку лезет, что ли? Не, показалось. Хватит его драконить. Подожди. Вот так. Так, хорош выебываться. Я шлюпку тяну? А стоп, я нас тяну. Погоди. Да, ты нас тянешь. Ладно, а логово... Тебе что, в Москве шлюпок не хватает? Ой, все. Нам на форпост грабителей, насколько я помню. Да. Ну, да. Да, погнали. Кудой. Объезжаем остров и Юго-Восток, да. Пока. За рулем? Угу. Да. Когда выставишься, я тебе паруса поставлю. Угу. Как-то так. Так, скала. Форт. Так, рули левее. Левее? Думаешь, скалу слева пройдем? Подожди, подожди. Нет, нет. Скалу так пройдем, дальше налево.
Вот теперь бери левее. Насколько левее? Левее, левее. Я скажу, когда хватит. Так, равняй. Есть ровно. Блять, нет. Влево бери на запад. До конца. Может, на восток? Твою мать, на запад! Это направо, потому что мы идем сейчас на восток. Зараза. А, ну да, на восток, господи. Корабль у нас на 10 полчасов. Не вижу. На 11. Все еще не вижу. Вон же. У острова. Это не корабль. А, сорян. Что, по карте нормально, я вам пойду проверю. Да, можно даже еще чуть левее взять. Строго на восток. Так, лучше не надо. Там так, галеон чей-то. На пересекающихся курсах. Но там шторм еще. Вот ты четко на галеон сейчас строишься. Влево бери. А, вижу. Так, расходимся. Разошлись, доворачиваем. Придется в шторм идти. А может нет, может его все-таки обойдем по дальнему какому-нибудь маршруту, но чтобы нас молнии не гробило. Правее возьмем. Право это в другую сторону. Право это шторм. Не ссы. Тогда просто самое, что переложить будет. Ладно. А, не, не нужно, не нужно, не нужно. Вот так, ровненько. Нам пройти-то осталось один квадрат. Так, это еще кто такой? Расходимся с кем-то. Надеюсь, расходимся. Он не тонет? Он доворачивает на нас. Так. Въебать? Да не, он вряд ли нам что сейчас сделает. Это же одиночка. Тем более мы быстрее. Я нам зеленые фонари зажгу. Ага, я вижу. Так. О, справа куча ништяков прорываем. Этот хер опять на нас идет. Не догонят. Да, только мы приплыли. Блять. Право, да право, право. Да и слева же. И налево, не прокуюсь. Ты уебешься сейчас. Ну, давай бросай, бросай якорь. Шкипер, вы не очень. Нойс. Смогли. Пошел ремонтироваться. А, блядь. Короче, беру сундук и пиздую. Мы не тонем там уже? Не, я дырки заклеил. Ладно. Можешь пару ведрышек вычерпать. Взял сундук.
Хорошо. И прыгнул за борт. Все правильно сделал. Так, сначала нужно этот продать. И потом отнести... А, может, все тут вместе нам, наверное, не надо. Через ящики. Каждый ящик отвечает что-то свое. Что-то за шмотки, что-то за бандерование, что-то за проблемы. Ты там с обучалкой все? Так, рубин я продал. О, мой... Нормально, по 4 косаря. Пойдем квест сдадим. И я инвайт кину Мишу. Так. Вот сюда, да. Па-па-па-па-па, не пройти. Так, сейчас выкладываю, открываю. Инфовидные штучки надо. Вот дал мне второе. Угу. Получен зачарованный компас. Он у тебя? Угу. Ну тогда я рулю, а ты говори куда. Или, хорошо. А я... Так, 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 так. А, Миша, кинь инвайт. Да, сейчас. Встретим его концертом? Да. Инвайт скинул. Пойдем, положишь компас на нас. Да, погнали на корабль. Миша, грузишься? Увидел инвайт? Тогда эскейп, там будут приглашения, и тебе нужно будет принять. Да, у нас как раз прекрасная погода. Так, водички налил, видимо. Чёртаем пока. Дождь, такой дождь. Миш, нашел? Угу. Да? Так, бери лучший инструмент. Ну и нашу, естественно, сыграю. Да, давай, я на барабанах. Угу. Сейчас он загрузится. Угу. О, смотри, у нас компас как колбасит. Штурвалом на пару. А, ну это шторм. Ага. Уи. Нихуя себе, молния рядом лобанулась. О, а вот и он.
Три, четыре. Вчера так проорали с этим, особенно спортивным романтиком. Так, рвало... ладно, заканчиваем концерт. Рвало больно. Что, попробуем через шторм пробиться? Да пробьемся, конечно. Так, ну что, готовьтесь, что ли, я с компасом. Нет, ну я этот... Нам пока нужно развернуться. Так что одного паруса хватит для начала. Я думаю, без паруса даже. Давай без паруса. Миш, поднимай нам якорь, он спереди. Ёб твою мать! Прыгайте в воду, чтобы не гореть. Молния, что ли? Молния. Вышли, блядь, за хлебушком. Есть якорь. Угу. Поворачиваем. Можно тут парус опускать перед себя. Паруса, да. В воду. Не, на тебя. А-а-а. Да, тут нужно бороться теперь постоянно с этим, с рулем. Ну, шторм же. Ну, да. Так. Выбираешь паруса, чтобы мы из шторма вышли? Сейчас проверим. Угу. Комп отведет. Все, ровняй. Чуть левее можешь взять, чтобы остров обойти, иди прямо. Угу. Так, есть контакт. Не, по-моему, главный парус не по ветру. Но не до конца по ветру. Сейчас посмотрим. Ветер поменялся немного. Во. Че, Миш, как я в целом пока механика? Ну я смотрю, ты пока просто ходишь и охуеваешь помаленьку, да? Провебери. Угу. Смотришь по компасу? Да. Не наебнись, возвращаться не будем. Так, прямо по курсу галеон. В какую сторону лучше обойти и за парусом не вижу? Все равно право берем. Ну, беру правее. Миш, там наверху бочка будет, вот ее не бери. А, блядь, надо было продать ее. Да, хер с ней, в следующий раз продадим. Правее, правее еще.
Вот так, прямо. Угу. Все, так, плывем, будем курс менять, скажу. Окей. Я пока основной парус выправлю. Давай. Галеон нежить по левому борту. Угу. Так. Основной парус наполнился. Сейчас вторичку возьму. Готово. Угу. Литр меняется, дорога. Да. Так, у нас остров по пути. Чуть левее. Нормально. Нормально, чуть левее возьми, будет хорошо. Даже не чуть, а значительно левее. Видишь, слева остров торчит с башенками. Сейчас. Да. На 11 или где-то, на него рули. Так, равняй. Хорошо. Речный парус можно поправить. Во-первых, да, во-первых, ветер видно, во-вторых, его наполняет. Так, видимо, этот островок нам и нужен. По курсу? Нет. Левее форт. Пока, поворачиваю. Осторожно, рифы. Так, равняй. Правее. Знаешь, что опустишь паруса? Не надо. Пока плывем. А, то есть это не он. Да, это не он. Левее чуть. Ты сейчас не понимаешь, что происходит. У нас спокойствие нам дали, как у капитана Воробья, этот компас, который ведет к злобному лорду скелету. Нам нужно ее гопнуть по миссии. Вот так вот он, соответственно, по ветру и наполнен. Ты смотри еще на эти самые линии. Ветер сам показывает схематично. Откуда дует и как. Так, возможно, остров справа. Вокруг него обойди, посмотрим. Окей. По крайней мере, компас за ним следует.
Вообще там как есть из серии один человек подманивает ее на пляж, а другие из пушек расстреливают. Можно и так. Да, похоже, здесь. Поэтому нужно найти пляжик, значит. Ну, например. Например, вот. Якорь. Не гуд. Хотя можно. Можно. Оп. Слишком сильно завернул. Убираем паруса. Поднимаем якорь. Лёва, разворачивай. Вот туда, куда сейчас бушприт смотрит. А вот туда бортом. Ну, пока. Может, чуть-чуть паруса дать, чтобы нам чуть поближе проплыть туда? Да не надо, нормально по дальности. Не надо. Все, вроде выровнял. Можно бросать. Бросаю. Готово. Давайте попробуем. А, ну да, вот я компас, логично. Я тоже с тобой тогда. Потом вернемся. С нами. Можешь с нами. Так. Сведет. Мучка зловещая. Так. Слышу. Прям по курсу. Надо забраться как-то. Пока. Блин, с этой стороны. Может, там тогда перепарковать корабль? Вот к этому пляжку? Да нет, бежим просто. Так, погоди. Тут какой-то мужик, но он живой. Потом пообщаемся. Вот она. Не вижу. Так, Миша где потерялся? Готов снайперить. Возвращайся к кораблю. Будешь там, скажи. Левого скелета держу на мушке. Да, хочешь скелетов сначала снести? Да. Ты хочешь сразу в нее? Хотя можно и в нее. У меня есть скилл призыва этой твари, поэтому смысла их убивать никакого. Хорошо, тогда ей в репу зарядим. Угу. Будем бежать и стрелять. Миша, будешь на корабле, скажи. Начинаем? Поехали. Она стрелок. У нее еще не атака есть. Ай, ёб твою мать. Она неплохо тогда может. А сейчас у нее АОЕ будет большая. Так, где наш корабль-то? Так, Андрюх, давай сюда. Да, я сейчас скелетов поколбасил, она за мной идет.
Бля, она тут пройдет? Ну, пройдет, я думаю. А ёб твою мать, а вот это будет АОЕ, походу. Так, я сейчас возьму патронов для снайперки и тебя так, поддержу. Так, есть. Все, давай, ты как-нибудь марцуй, начинаем ее из пушек расстреливать. Давайте, херачьте. Я взял поджигалочки. Так, где она там? Во! Блин, слишком близко. Она слишком близко? Да. Попробуй по ней пострелять из этого. Из группуна. Слушай, давай просто из снайпера. Хер с ним. Я из пистолета ее вполне неплохо расстреливаю. О, сейчас она прям под пушку встала. Сука! Ну что ж, на будущее будем знать, что можно просто подальше строить. Мне интересно, мы ее дамажим вообще или как? Да. А кто мне звонит? Я вообще жирный, поэтому я... Ходи. Ничего странного, что мы вот так вот говорим. Расстрельная команда. Ей нравится, судя по этому, ауф-ауф. Эх, сюда бы пулеметик. Но ей вроде 10 ядер надо, поэтому... Да не, пушки без шансов. Да, вижу. Можно графоном попробовать ее пострелять, покидать. Блин, слишком. О, нойс. Вот сейчас ядро было норм. Опа. Есть. Yes. Ну все, зеленки пиздюков дострелять и все. Или... Я посмотрю, что с ней не выпало. Давай. Посмотрим. Череп Брикса. Все. Так, теперь нам нужно, я так понимаю, ехать отдать... Да, на форпост. Я так понимаю, у него в глазу вот этот вот рубин, это одна из частей. Возможно, возможно. Так, курс.
Курс юго-восток. Остров обходим и на юго-восток. Пряменько чапаем. Давайте втроем попробуем, что ли, поднять парус. Давай. О, уже веселее. Угу. Парус якорь. Парус якорь? Андрюх, выставишь передний парус? Угу. Сейчас, довернись сначала. Ну вот сейчас я еду на юго-восток, вот четко. Поворачивать хватит. Остров, который прямо по курсу, как раз обходи слева. Я не вижу его. Бля, против ветра идем. Стреляет. Давай голосами пойдем. Давай голосами. Я тогда направо поворачиваю. Да. Юго-юго-восток разворачивай. Угу. Поворачивать. Ора, я пару садников там поставлю. Передний уже более-менее стоит. Я думал, можно полностью на юг пойти, а потом просто повернуть и полностью на восток. Шлюп какой-то по курсу. Потерял. Залезь на Воробьёва. На Воробьёва гора давай. Чего давать? На Воробьёва гора. А, ворону? Сейчас. Да, но шлюп левее. Но он, по-моему, без парусов. Нет, под парусом. Это нежить. Это нежить. Хорош заворачивать-то. Не-не, все хорошо. То есть просто, чтобы хоть как-то по ветру шли, мы идем полностью на восток, когда обойдем этот остров, поедем полностью на восток. И сначала сейчас на юг, а потом полностью на восток, вот так, зигзагом. Угу. Интересно, а поджечь ее можно? Пороховую бочку. Но только не на нашем корабле. Сейчас, секундочку, как вам вернусь. Блять, так хочется на него ядро скинуть.
Не, без вариантов, мы против ветра идем. Так, он интересно, Сибоса штурвал отпустил или нет? Отпусти, уже хорошо. Подсказывает. Нам еще до парковки плыть и плыть. Смотри, главное, чтобы я в какой-нибудь ебучий риф не улетел. Я их не очень вижу за парусами. Веселее. Так, я снова с вами, меня просто вызванивали в игру. Так, нам нужно взять чуть правее. Не, пока так пройдем, по ветру идем. Пока. Сейчас обойдем этот остров, и следующий, который будет по правой стороне наш. Mm-hmm. Готовимся, что ли? Угу. Это же наше место назначения, по-моему. Угу. Паруса убираем.
Оставляем немножко совсем, блядь, поздно. Пошли, якорь. Пойдем с бухты. Давай, якорь. О, вот так. Все, убираем паруса и погнали. Черепушку взял. Угу. Покинуть корабль. Заходите, буду при вас сдавать. Правильно, а то знаем мы тебя. Там монетку подрезал, тут монетку подрезал, вот и новая Камри. Ага. Сгеба это рабочая. Ага. Давай. Waited years for this moment. So few people stop to wonder what the Order of Souls does with the bounties once we have them. Each skull holds many secrets, memories of old wars and old encounters long forgotten. If Briggsy truly did possess the Shroudbreaker, the missing pieces should lie somewhere within her recollection. Ну, был, мы его у нее отобрали. Such visions are not always easy to interpret. A long life. There are many memories to sift through, but I can make out some names. Tasha, a girl in a tavern, staring in awe as the firelight flickers and great tales are told. Suds, a dear friend who threads his way across the wildest oceans by the light of the stars. Salty, trembling before a blade, revealing the lair of a trickster. Wild Rose, true love shining like a beacon that calls across the waves. Fate has bound you to meet with these wanderers, for they alone know of the precious stones you seek. I can offer you nothing more than my gratitude and faith that you have the strength to reach the shores of gold. Farewell. О, что пиздец. Сколько денег? 26. Блин. Интересно, можно как-нибудь передать? У меня 46. То есть нам вообще почти хватает на корабль, на покраску. Так. О, сабля Брикси. Да. 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 А, бочку, может, продадим? Может, тебе хватит? Да. Ну, у меня-то не хватит, а ты продай. Да, пофиг, кто продаст, все равно не летел на подушку. А, ну, логично. Ну, все равно, ты уже на корабле, я курю. Угу. Пока вы там бродите, я, пожалуй, нахуячу немножко. Где вот кружка? Видимо, грогом. Что сказал Бум? Кому ее можно продать? Зато держит, не берет. Блять.
Так, я решил забухать так, чтобы совсем пиздец. Блять. Не попадаю в лестницу. Сука. Что? Q зажми и нажми F. Там будет кружка. О! Продал пороховую бочку. Ага. Да, что-то как-то. Там пока совершал торгу... О, понеслась. Что, уже все пропили? Так, ну-ка, не надо на меня блевать. Так, теперь надо это в ведерко собрать. Это можно сделать, только что-то не получается. О, есть контакт. Лев, иди сюда. Не-не-не-не. Не, нет, а да. Ноу? Да. Ноу? Так, ладно, надо трезветь. А где следующая миссия? -то? Чего? Где следующая миссия? Или может попробуем там, допустим, планик поискать, чтобы Миша тоже увидел? Сейчас он блевать закончит. Ну я пойду, кто-то держит тогда, возьму миссию. Давай. Слушай, а хорошая тактика в бой идти. Хрен попадешь. Да, я вот пытаюсь прицелиться, как бы нихуя не получается нормально. Трофей знаменитого Джина Черного Иданьба. Или знаменитого Макмерти Подлеца. Подлеца давай. У, подлец. Так, сейчас, Миша, ты сейчас увидишь, как тут берутся квесты. Ну, точнее, не как берутся, а как выбирается. Да. Как ты это знаешь? Окей. Окей. Голосуй. Все, так, и куда и нам надо. Ты что за остров такой? Тут аж три места. Ну хорошо, что три места. Остался, кстати, остров такой, верно. Это где он тут, блядь? Сейчас. А, я понял. Да. Нет, не пущена на всех. No. Не полумесяц. Она у всех одинаковая. А, это... Вторая, это у нас просто клад есть. Да. Можем ее потом собрать. Я знаю, где кто-то. Так. Нет. No. Не-не, он по цвету там, где есть зелень, поэтому это не точно где-то на северо-западе. О, лабиринт Кракена. Нет. No. Нет. Нет.
Нет, нет, блять, видел же. Я тоже, это вот там были даже. Ага, причем даже сегодня, насколько я помню. Да. Ага. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Разный. Так, колесиком покрутишь, такой масштаб. Слушай, а мы не на нем вообще сейчас? Нет. Нет. Ой, бог, не сгибающий, это лошадь. Вот она. Вот, а нам нужно на северную часть отмечать. Вот сюда. Так, ну, прямо просто... и башим, и все. Пока. Правда, вроде ветра идем. Но сейчас ладно. Нормально будет. До конца вправо выкручивай, пожалуйста. Да, 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 я уже выкрутил основной. Надеюсь, после этой миссии мы уже купим на ногу. Красавица денежку на корабль тепленько. Что, гасим свет? Да. Нехрен электричество жечь. Раньше вроде из сала делали свечи, так что нечего сало жечь. Да, ужин не скоро, береги сало. Отлично, идем. Угу. Так, ладно, если что следить за штурвалом, я сбежал от опасности. Я снова с вами. Ну что, Андрюх, поддерживаешь, что подержишь, сейчас будем качать, что они стреляют здесь? Да. Потому что он стреляет по этим, по зомбакам, это, ну... Так весело, наверное. Вулкан какой-то. Мы туда еще не ходили. Да, мы туда еще не ходили. Левее возьми. Еще возьму. Чтобы этот остров пропустить слева. А, или это он и есть? Да, это он и есть. Пока. Равняй. Мне кажется, снова рабовой пошел. Скажите что-нибудь. Кто пошел? Да, у меня рабовой пошел. Перезагружаю гарнитур. Правее возьми. А, он не слышит нихуя. Не, я думал вот так. Блин, было хорошо, стало снова плохо. Еще раз перезагружу. Перезагрузи еще раз. Еще раз.
Нормально, обратно на шлюпки вернемся. Погнали. Погнали. О, вроде хорошо. Победа. Вы как раз без перезагрузки обошлись. Че, кто какой ищет? Я дальний возьму, так я уже на берегу. Не что, левый или посередине? Правый. А мне, получается, остался левый. Правильно? Окей. Че, есть контакт? Вали их. Я вижу, еще один пропал. Блять, как он долго выкапывается-то. Но. О, скелеты. Одну секунду. Много скелетов. Да подожди, сейчас. А, на корабль просто. Слушай, ну мы обычно около карты кладем. В носу корабля. Да-да, капаюсь, не пожалуйста. Так, их нам нужно вернуть или продать просто? Продать. Я думаю, ну, ему же. Ну да, будем, да. Да, да, да. Получается, откуда мы пришли, это самое ближайшее. Точно. Да, так что обратным курсом просто идем. Угу. Разворачиваемся. Снимаем якорь, разворачиваемся. Да подожди ты с парусами, дай развернуться. Ладно. Я уже покрутил, построил. Ты его равняй давай еще. Да не, нам рано же еще равняться. Рано равняться, да. Вот сейчас пора. Пойдет, смотри, по карте прошу встали. Да, прям прекрасно идем. Да так-то и так видно, можно чуть левее взять. И ветра больше поймаем. Хорош. Вот, красота. Правее возьму тут. Кристалл приближается. Не, проходим его.
Там страусы какие-то живут. Вот, Андрюха, этот куриц ловили по заданию первого уровня. Угу. Было дело. Чё, доворачивай, готовимся парковаться. Да, я хочу обойти остров, потому что там как раз будет пристань. Один парус носовой оставим тогда чуть позже. Ага. Вот она пристань. Все, поднимай. Поднимайте паруса. Угу. Я вас сейчас под якорю. Давай, подъезжай. Все, выровнял. Можешь гарпуном нас подтащить. Это и собираюсь сделать. Высоко. Вот, хорош. Тяну. Не тянется больше. Зараза. Давай я руля дам еще. Давай. Блять. Во, пошел. Ну и якорь. Да, угу. Что, берем под сундучку и летом унесем. Угу. Один сундук ушел за 794. Второй за 180. Третий за 238. Так, мне 1500 не хватает. Так, ну что, еще одну миссию тогда возьмем? Так, а где рейтинг? Пошли до акулии сходим. Во, сейчас, погоди, рейтинг если дорастет до 20. Ах, хуй там. Неудачная миссия. Пойдем сходим на акулию, у нас карта на него есть как раз. Окей. А у меня был начало 18-го, а стал середина 18-го. Сука. Так, ладно. Парусов нет, почти якорь поднимаем. Опа. Поворачивай, и потом носовой немного приспущу, отойдем. Блять. Мы точно не загарпуни, да? А, вот все отходим. Да, пошли. Мы бушпритом зацепились. Парус. Так, сейчас я тебе скажу, куда нам плыть на акуле. Пока. Так, идем юг, запад-запад. Пока. А, и у меня уже есть взятая миссия у торговцев после того, как это получаю.
Еще вчера, который я взял. Чуть правее. Да, беру. Ветер говно. Ну идем хорошо на него. Так, нам какую часть острова надо? Получается, южная, восточная. Можно чуть налево повернуть. Юго-восток, да. Интересно. Вот это. Где будет? Ага, вижу. Их можно гарпунить. Попадешь? Попал. Хорош. Зажигательная бомба. Ядро. И змея. Смотри, что есть. Чар, личинуса? А, ее пожарить надо. Давай пожарим. Да я схожу пожарю, что, веди корабль. Пока. Ты, кстати, постоянно что-то жуешь, ты в курсе? Я? Да. Бодрее ну, же? Да? О. Змея, мясо. Да. Так, где тут кухня на этом корабле? По правой стороне, в середине, палуба, внизу. Ага, вижу. Это там, где мы набухались и все заблевали. Да, я так понимаю. Паркуйтесь. Паркуйтесь. Поднимай его, парус. Можно, в принципе, якорь бросить. Сука. Передержал. Да. Ладно, чё, пойдем искать. Клад. Это карта. Карта. Может, пираты? В смысле? Бэк. Вот мы как раз стоим где-то вот напротив вот этой вот полянки, где мы должны быть. Опаньки, а тут еще есть. Что? Опа, скелявые. Момент. Ой, ёб твою мать! Назад. Сейчас что? Будет кабум. Че, магнадонта будем бросил? Блять. Да, у меня просто патронов нет ни хрена. Ребята, вообще-то очень далеко ушли, я вам скажу. Тут просто еще есть, понимаешь? Тут еще есть. У меня только один крестик. Да в жопу крестики, тут просто сундук. О, 154 золотых. Тоже сундук, там тоже что-то есть. О, нашел. Красавчик же есть.
Да не, нахер надо. Сию, форпост грабителей. Я ящик взял с доставкой. Погоди, у меня тут поднялись эти. Скелетики. Чего? Все отбился. Я же выкапываю этот ящик. Наш. Я нам доставку еще на форпост надыбал. Это как? Это что такое? Это кто-то стреляющий непись. Ну раз непись, то ладно. А в смысле доставка на форпост не была? Ну вот. Ну как? Ну ты развернись, посмотри. Иди. Вот, видишь? Кустик. Ага, лежит кустик. На нем уведомление. Доставить его надо сию. Какая? А на какой форпостик? Грабители. Ну, я думаю, мы там и наши реализовать сможем, поэтому был. Да. Че, больше шарить не будем? Да, я думаю, есть смысл все-таки больше по миссиям сейчас упороться. Хорошо. Я думаю, что я еще полчасика и буду отваливать. 9 уже завтра на работку. Окей. Ты на корабле? Ну я посмотрю там как Рома. Может он присоединится тогда в эту сессию. И мы втроем продолжим. И мы с Мишей просто возьмем и продолжим. Да погоняйте на двоих, Миша заодно как-то привыкнет к тому, что происходит. Ну да. А потом Галеон уже сможем осилить. Вот и я, брат, уже. Че, Миш, за руль? Можешь за руль? Я уже за руль. Окей. Вот, блядь, я якорь бросаю, сорян. Я что-то думал, что его еще не подняли. Кто пришло? А, это, скорее всего, чат в игре. Потому что оно падает, там, типа, каждый час какая-то дырочка. Андрюх, мы не сильно поворачиваем? Мы охуенно сильно поворачиваем. Сейчас исправлю. Нам на ту скалу прям надо правее брать. Вот, как-то так, по-моему. Я нихуя не вижу, но мне кажется, я плыву правильно. Возможно. Не, в другую скалу. Я поискал ту, на которой есть огоньки, я рулю в нее. Нет, нет, нет. Чуть корабля не выпрыгнул. Это было бы забавно. Капитан должен оставаться на корабле до конца. А если капитану очень хочется сибаса? Сибаса не можно. Рыбку хочу, сибаса. Это хорошо. Сибас. Есть такая рыба. Сибас. Как насчет готовиться к парковке, господа? Лево руля. Убираем паруса, блядь. Якорь! Якорь, блядь! Да не, рано. Мы же еще даже не это. Мы уже пронеслись мимо причала. Ладно же. Но якорь норм. Так, тогда что нам на продаже? Андрюх, бери свою доставку, не знаю, куда. Mm-hmm. И свой чемоданчик. Так говоришь, будто я знаю, кто это сраная Сью. Сука, за этим кустом ни хрена не видно. Блять, куда идти? Бля. А чё такие дешевые?
Кто-нибудь, проведите меня до торгового представителя, я не вижу ни черта. Я здесь, иди на мой ник. У меня сраная пальма перед глазами. Так, а торговый представитель какой? А, все, я понял. Погнали за мной. Сью зовут? Морин. Блять. Ну попробуй подойди к ней. Я пойду искать Сью. Ищем Сью. Вот, нашел, нашел. Вот она. Стой на месте, иду к тебе. Да. Нихуя налево. Не вижу. Налево. Правее. Да, куда? Да, все, нашел. Вот, наверх по лестнице. Погнали. По какой лестнице я ее не вижу? Вот сейчас упрешься в Сью. Ага. Во. Хватай. Все, беру раскраску. Тамам, хватай что-нибудь. Черное злобное. Вот я хочу что-нибудь черное злобное. Так. Отделка корпуса. Злобно-черная. Есть просто охотник. А есть охотник на акул. Либо можно что-то такое более... Более коньячное. Корпус типа правитель. Или импозантный корпус типа правитель. Не, вообще, я думаю, черный — это вот охотник. Взять нам будет хорошо, охотник на акул. Так, сейчас гляну. Так, салага. Вам охотник на акул заебись. Охотник на акул заебись. Кракен тоже, в принципе, ничего. А Кракен это где? Это выше... А, не, он 69 стоит. Ну да. Ну что, акул? Ну да, обычный охотник какой-то слишком выебистый. Окей, взял макул. Теперь у нас самый черный корабль на Диком Западе. Охуительно, применяй. Есть контакт. Да. Прям Jet Black. Теперь осталось дня дождаться, чтобы посмотреть, хотя бы как-то выглядит. Не, по-моему, симпатично. Мне нравится, что палуба теперь такая более, ну, не покрашенная. Угу. Давай какую-нибудь миссию возьмем еще. Так, у нас не выросло еще до 20 уровня к нему. Доставка. А, не, у меня же была эта на доставку какая-то. Давай я попробую. Давай. У меня еще старье валяется какое-то. А ты в курсе, что мы еще не закончили с заданиями? У нас висит трофей знаменитого Макмирти подлеца. Так. А что там осталось-то? Мы же их вроде достали. У меня нету ничего. Знаешь, есть подозрение, что вот это вот сраный остров убежище воров всем хорош. Это как раз про него. Сейчас посмотрим. Потому что у нас висит путешествие активное. Но если он висит, значит, нужно его выполнять. Да. Поэтому это не трофейка ни хрена. Трофейку мы еще не сделали. Так. Так, убежище воров, да? Где оно? Вот у нас убежище воров. Это нам обойти остров и на юго-восток уходить. Угу. Пока. Тогда отплываем, господа. Потом будем ебаться и думать, где там искать этот корабль сраный. Точнее, не корабль, а клад. Ну да. И якорь поднимаем. Угу. Паруса. Хорош разворачивать. Нормально уже. По правой обходи и на юго-восток вставай.
как раз по ветру пойдем. Ну, видишь, справа тоже остров торчит. Вот этот наш. Так, а мы с Мишей держим паруса. Миша, я могу предположить, что тебе может быть не совсем весело из-за того, что ты не очень много импактов вносишь. У тебя главное сейчас механики понять, потом будет лучше. Равняй. Ровно уже, да. Да. Сейчас да. Потому что мы же с Андрюхой вчера вообще ничего не знали. Поэтому мы вот все в боевом режиме испытывали. Да. Но было смешно. Но в PvP еще не смогли. Когда-нибудь сможем. Че, правее возьми. Че, как думаешь, оказавшись на этом острове, у нас появится еще одна строчка, типа? Не знаю. Давай сначала высадимся, посмотрим. Угу. Это убежище воров. Да. Вот это справа убежище воров как раз. Угу. Еще найди какую-нибудь бухточку и высаживаемся. Угу. Да. А вон справа бухточка как раз. Угу. О, что, корабль нет? Стоит, я думаю, что-то там есть явно. А я вижу крестик. Да, давай, короче, это просто бросай я, скорее всего. Может, ближе подойдем. А, ладно, пол. Ой, сейчас нет, ну дай похер. Где же оружие? Джеронимо, блядь! Так. Вырубаем узло, под водой звучит адски. Кстати, а если вот эту штуку, которая сама по себе звучит адски? Так, ну-ка, вырубай давай нашу. Блять, это жесть. Не, ну это продумано на самом деле, что звук и звучание отличается. Круто. Ладно. О, человек, север... который умеет свистеть под водой, молодец. Смотри, появилась новая строчка. На северо-северо-восток от крабов с тремя отметинами на побережье. Стоп. Во. Шагай. А здесь копай и не зевай, клад из земли. Пройди 8 шагов. Окей. Северо-северо-восток. Раз, два, три. Ладно, похер с этими шагами. Нет. 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 Похоже же на лето попал. О! Копай. Упс, ёб твою. Чё было? А, я ударил смертника. Молодец. Андрюх, ты тоже отъехал? Естественно.
нормально жахнул еще. Ну да. Миша, сундук-то утащил? Пока. Ну теперь нам не демокрит этот форпост. Угу. Ну я думаю, ты видишь, где он. Кстати, я посмотрю на... Все, стол заряда закончился. Кто куда закончился? Стол заданий. Ага. Правее просто. Угу. Над ним сейчас собачка как раз торчит. О, мои приехали. Зараза, опять против ветра. Мы хорошо, качественно высадились, на самом деле. Здесь на самом острове искать и не пришлось. Так. Кракен, берите пушки. Море не черное. Не, пушки. Мегалодон. А, мегалодон? Угу. Его можно гарпунить. Его можно гарпунить, но не обязательно. Зараза. Стреляй. А он сзади, блин. Вот. Здесь контакт. Высоко, зараза. Он красивый. Где он там, зараза? Твою. Так. Меня сбросило. Может, кто-нибудь развернется? Меня там подберете. Мы не можем, нам мачты снесло. Все, мачту сейчас подниму и тебя спасу. Он отстал на мелководье. Да не ты очень. Жив? Тут не очень и мелководье, если честно. Не, ну мы там не мелководье уже. Он от нас отстал. Я мачту поднимаю. Ага, дно вижу. Так. Притормозите, я на перерез к вам плыву.
Поднимай паруса. Там какие-то бочки, кстати, еще прям по курсу. У тебя. Кракен. Кракен? Да, походу. А, нет, нет. Просто. Стоп, по-моему, мы тонем. Да, по-моему, вы уже затонули. Я пошел дырки заделывать. Сундук хватайте. Бля, сука, мразь. Сундук забрал? Да? Отлично. Выбираемся. Черт. Да. Все, нормально. Выкинуло. Плывем вверх. Ну, а меня тоже выкинуло. Правда, я хрен пойми где. Блин, плохо. Не используй русалку. Нужно плыть самим. Все, погнали. Да, плывем до острова пешком. Потому что с русалкой и чемоданчик приедется. Причем, судя по звуку, эта тварь где-то еще плавает. Сейчас замерну, скажу. Не, я не вижу ничего. Я даже не вижу. Сейчас, подожди, здесь комнат. Так, ладно, плывем. Мы уже близки к колководью, поэтому я думаю, что принесет. Да, я знаю, тем более, что я тут поближе. Отстал немного. И у меня музычка тревожная закончилась, поэтому я думаю, что он с ним принесло. То же самое, причем я дальше в море. Удочкой. Есть. Да. У тебя здесь все есть со старта. То есть любая прокачка это только внешний вид. Ну, кстати, очень прикольная тема. Ну погнали. Так, я тоже добрался. Я что-то не уверен, что у нас оптимальный маршрут идет, но... Да, так выложил. Ну, положил. А, открыть. Взять золото. Бронзовый хранитель секретов. Еще какая-то фигня там валяется. Взял. Правда. Так, 1600. 190. Ну и все, походу. Ну этот ящик можно взять с нами, так где наш новый корабль? Хороший вопрос. Где-то далеко. А, слушай, я сейчас тогда добегу до этой русалки, пускай она меня телепортнет.
О, золотая держится 20-ка, я могу нового класса миссию взять. Ну, а у меня 19-й. Все. Сейчас тогда куплю нового класса миссию, и может там будет повеселее. Максимальный вроде 75-й. Выдающегося Томаса лишнего пассажира, выдающегося Балладена или выдающегося пламенного Уилкинса? Этот Томас лишний пассажир, по-моему, звучит прикольно. Ну да, весело. Я побежал к русалке. Так, ладно, почапаю я, пожалуй. Так, все? Да. Ну, окей. Нижний завтра, завтра вечерком, может. Пока. Все, давайте, пока. Бай-бай. Миш, ты как сам еще по силам? Окей. Тогда нужно сейчас еще робот быть. Он как установился, не установился. Он хотел. Так, он что-то пишет, что... Подожди... А, ну хотя, да. Сейчас я, да.
Хочешь попробовать на маленькой шхуне? Она медленнее, но с ней проще управляться. Пока. Я задавал вопрос. Хочешь на этом кораблике продолжить? Или раз мы так поняли, то можно, в принципе, начать на маленьком. Им проще управляться, то есть и как по ощущениям. И просто поделаем миссии, чтобы и опыт наработать, да, и опыт заработать на всякие красивости. Рома что-то написал, что типа вряд ли. Вот в чате. То есть непонятно. Понятно. Быть игры, создать новую, просто скрабом поменьше. Все. Угу. А, хотя бы, видишь, горит свет по правому борту. Давай посмотрим, что там. Да, да. Сейчас я рыбину ловлю. Можно попробовать, кстати, съездить, продать рыбу. А, вообще есть хитрый план. Ты же человек достаточно спокойный и методичный, да? Можно ловить кучу рыбы и сплавать ее продать. Реально я в граду видел рыбу. Комарики вот это вот вся хуйня. Видишь процесс рыболовки? Ну, видишь процесс рыболовки? Как я рыбу ловлю.
Мне нужно в противоположную сторону от нее тянуть. И не натягивать леску, пока она не перестанет бороться. То есть вот это у меня уже четвертая итерация, когда начинает бороться. То есть только когда она типа отдыхает, ты можешь ее потянуть. С каждой рыбы на это минут по 5 минимум. Минут по 5. Минут по 5, да. Рано мне уже опять под крабом начинает. Пятый раз сопротивляться. Есть контакт. Элитный изумрудный плескохвост. Значит, давай попробуем его продать. Сейчас я его приготовлю. Сложу. В смысле, то, что там горит, вот этот свет, свет наверх. А, ну пробуй, как бы возродишь темную каплю. А. Воронье гнездо. Нет, останется 2/3 хп где-то. Да. Ну, еды. Тут вот слева от меня ящики, вот верхняя еда. Да, некоторое время покрываешь. Я вычитал, что по глазам, когда глаза полностью белые, она уже готова. Оба. Не, нормально. Так, ну чего, попробуем ее продать? По-моему, плыть на Б. Сейчас скажу, у меня есть эта открытая страничка. L16 нам нужно. Сделал отметочку. Ну что, погнали? Открыть паруса и поднять их в якорь. Погоди, стой. Слева от нас пиратская. Ух ты, они наткнулись на риф.
Можно попробовать их на самом деле и отпинать. Попробуем? Ну, прям по курсу. Ай, ладно. Да, это не жить. Ай, ладно, пиздор. Да, с них выпадет лук, всплывет. Но мы еще ни разу этого не делали, но вдвоем, я думаю, что мы не осилим. Потому что тут нужно одновременно маневрировать и стрелять, а для этого паруса может, чтобы кто-то держал тоже. Можно? Можно будет на маленьком. Да, не, мы его обгоним. Сейчас я вас постараюсь выставить и выставишь паруса. Так, сейчас пойду посмотрю по карте, насколько выставился. Вот, хорошо нам оно идем. Там это да, группа из трех маленьких островов. И вот за ним еще один маленький остров, вот там туда. Что там можно чуть правее взять, чтобы их обойти. Все, и теперь мы чуть левее, там будет островок от нас как раз. Нам на него. Я основной парус погашу. Да, вот гаси, я гашу основной парус. А, ты уже, да? Да. Потому что вон там, где вот это вот. Трофеи Стефана. Да, парус погаси сейчас, по инерции доползем.
Мне можно якорь бросить. Давай якорь. Найс. Беру рыбину, посмотрим, сколько за ней добыть. Охотника. Что-то рыбу можно взять. Во, продать. Сколько да тут? О, 1000 монеток за рыбину. Можно прям здесь это рыбачить и просто это убивать. Чем интересно он торгует. Прикольненько. Так, ну мы можем на тот следящийся этот или все-таки перезайти и взять новую. Ну давай еще купаем. Раз на ней можно там деньги качать. Занимался сопротивляться. Алло. О, кстати, знаешь, что мы можем поделать? Тут есть режим по двойками на маленьких шлюпах ПВПшных. Самый простой способ научить ПВП это заниматься ПВП. Ну так чё? Ну. Да, там только двойками. На арене небольшой, все на маленьких шлюпах. Там задача искать сундуки, сдавать их. Это смысл? Он же говорить будет.
Это как только у нас начнется экшен, если мы им займемся, то весь родиловый фирма займем. И тебе прям хочется. Так о чем про это относительно текущая ситуация? Элитный янтарный брызгохвост. Пошел его готовить. Еще тыщелька. Если она от тебя, то нужно мышку вниз. Методично, да? Ящика водки не хватает, там, российской природы, комаров. Зачем ты на рыбалку тогда ходишь? Ну, а в чем еще смысл ходить на рыбалку, если... То, что здесь деньги платят. Ага. Так а нахера? Рыба в России водится калимая. Лучше в магазине купить, и дешевле, чем везде куда-то. То есть рационального похода ноль. Такая есть аргументация. Особенно про комаров. О! Пойду по органу. Думаю, каждый получает по 100, по 2000. Нет, что же? Нет, я думаю, что если я буду один, я... Я думаю, да. Так, чем заняться? Ну, давай вот на этот знак прыгнем, а потом перелезем на маленький корабль. Поднимаем якорь. Якорь поднимаем. Никак. У него нет реверса. Но мы не сдавали назад никогда. Или мы всегда поворачиваем. Угу. Туда поворачиваю как раз. Можешь пару раз максимально направо вернуть.
Пока. Я сказал пока. Не исключено? Не исключено. Ну, подними основной нож. Погнали. Погнали. А нет. Да, направляешь мышку с шифтом W-шей. Это как бы учитывает, что ты не очень много кислорода, поэтому будет над местом. Как говорится. Бери. Да, все ящики надо брать. Попробуй остановить в трюм посмотреть. Рубин русалки. Ну, пару тысяч, наверное, должен стоить. Бери.
мы сейчас из нее уйдем. Давай, возвращайся. Мы сейчас из нее уйдем, поэтому возвращайся. Не, еще раз не нырять. Пока поднимаем тогда. Угу. Бля. Игра крашнулась, поэтому тебе придется порулить. Главное никуда. Сейчас я зайду. Слушай, кинь мне инвайт, у меня точно... А, не, погоди. Сейчас. Должен мне предложить вернуться. Хотите вернуться в предыдущей сессии? Да. Я здесь. Так, сейчас найду нам курс куда плыть. Так, повернуть нам надо. На 180. Сейчас я поверну. Надо за борт. Надо за борт. Не поворачиваем. Нам нужно строго на север. Что паруса нужно выставить. Ясно, мы в шторм входим, его лучше обойти. Во-первых, компас как бы не хочет с тобой сотрудничать. С рулем бороться приходится. Но ты пока направляете наш паруса. Чтобы максимум выходит. Она много не нарьется, потому что самое главное, это все-таки выглядит шторм, но ему нужна скорость. Я рулить могу сейчас, потому что ему нужно постоянно держать руль.
что поворачивает паруса, это самое важное. Из шторма выплывем, жизнь наладится. Мне приходится с рулем как бы воевать. Все, я навоевал вроде. Решил прибухнуть. Вот без ветра идем, грустненько. Thank you.
на И-12, что-то там смерти. Там NPC, который скупается. Чтобы продать лут. Ну, этот основной чемоданчик, потому что сейчас мы на всю карту светимся с ним. Потом какой-нибудь фарпост, чтобы продать оставшиеся. Ну, да. Эмиссары Красного Черепа, вот эти ребятки, похоже, они идут за нами. То, что ты примерно сейчас на час дня видишь НПЦ, они, скорее всего, по нашей душе. Я сейчас по карте их просто увидел. Что-то с ветром все нам категорически не везет, просто задница. Я хуй знает, по карте я видел там гостей. Вот он, скорее всего, за нами. В смысле? Небес, на нем красный череп стоит, что он, видимо, за этим сундуком охотится как раз-таки. Если мы под него попадем, нам полная жопа. Может, он нас нахер потопит? Этого островка немного осталось. Стоп, какие нахуй трофеи? Сука! Я на другую метку пошел. Блять. Я иду там, где рыбкой торговать. Ничего, зато ветер сейчас вам будет получше. Паруса поправь, я сейчас пытаюсь на слону что-то здесь поставить. Но они не в идеале. То, что постоянно. При каждом повороте просто обращать. Я это и делаю. У нас по направлению. Все, теперь идем хорошо. Не сажаемся, не придет смерть, она как раз сюда.
через это. Через ручник, на ручнике это затормозить. Просто я прям возьмусь, когда дойдем. Все, стой пока на якоре. Бросай. Все, паруса поднимаю, мы идем. Ну, это мы выберемся потом. Сейчас я посмотрю, чтобы у нас там дырочек не было. Хотя, по идее, не должна быть. Да. Так, все, я кофе взял. Нет, здесь больше ничего не продастся. Так, теперь нам нужно какой-нибудь форпост. Да? Еще что-нибудь найдем поблизости. Я хочу, наверное, маленький шлюп все-таки пересечь, чтобы нам комфортнее рулить было. Сейчас. Сейчас мы продадим то, что у нас есть. У нас же еще сундук этот, замрудик. Так, привет, стенники, спокойно, привет, привет, привет. Вот есть какой-то форпост золотых песков, можно туда. Пойдем мы здесь. Пойдем.
Вроде сейчас должно идти неплохо. Но нам туда и надо. Но там тоже можно воевать. Вообще-то нас очень сильно снесло, и все. Ты же нас так отворачивает, как вы знаете. Да нет. Да, вроде все нормально должно быть. Еще далеко, чтобы пару секунд. Это времени не сэкономит. Ну давай. Брата, якорь! Якорь! Якорь, блядь! Да погоди, продай! Сначала корпус золотой. Вот здесь. Откуда течет-то так? А, нашел. Так, ну по звукам вроде все. Так, ну теперь берем. Бери что хочешь из этого. Ты куда? Ты куда? Алло? Бери, что хочешь. А. Ой. Понял. Ладно. Окей. Угу. Это наверняка играть. Да нет, не сюда. Вот сюда. Быстро ему продавай. Нет, тогда не сюда, иди сюда. Давай сюда.
Вперед. Выложим. Я сейчас вулканические породы. Не берет. Сейчас, может, я спогу будет кому продать. Не, он на торговец. Ну, сейчас еще к торговому представителю сбегу, да? Торговую палатку. Может, они возьмут. Да, продал. Опа. Главное, что, ну, в смысле, зачем? Потому что... Ты его убил? Не топите нас. Hey, chill. We're just stopping off. You guys can do whatever you want. We're about to head out. My mate panicked and killed you because she was alone. I'm sorry for killing you. I panicked when I saw your name. I'm not gonna shoot. I promise I'm not gonna shoot. It's all good, mate. We're all good. We're gonna head off now, so yeah, have fun selling. Have fun. Дай нам убери пушку. Oh, welcome to the gamer, dude. Thanks. You can sell over here, by the way. That chest goes to this guy. That chest goes over here. Yes, thanks. Yes. Here. Bye. Режим. Просто для экшена. Да давай! Выиграешь, ничего там не значит. Can you hear me in game, by the way? GX someone. Can you hear me or not? Yes, we can hear you. Oh, okay, I can hear you too. Come up to your mask. Your crow nest. So what we're gonna do is form an alliance with you. It just means that anything that you or I sell, the other party will get 50%, or like a bonus 50%, which is always quite nice. So just a bit of extra gold, provided you don't sink or, you know. I don't understand how to use it. I see. There's actually two tabs to the flags. On the second tab, you can raise an alliance flag. Mm-hmm. So, what should we do? Okay, open up the flag thing here. Okay. You see the top two icons?
I can catch it. Okay. Yeah, I see. Alliances. Okay, you should find an alliance flag in the other tab. Just put it on. Should I offer an alliance or accept one for Georgia? There we go. And it's gone. No, you took it down. There you go. No, you took it down again. Yeah, I'll just do it again now. You have to. Oh, I jumped off! Ow. Okay, there you go. Don't touch it. Don't touch it anymore. Okay, okay. There you go. We're allied now. Yeah, we're good. Okay, have fun and good luck on your ship. Same to you. This might be the last time we interact with each other, but at some point, you'll be getting coins. Yeah, so basically free gold. Congrats. Well, have fun. Thank you. Good luck and have fun on your voyages, people. Приятная комьюнити. А почему? Френдли! Значит, это Дейзи запахло, да? Так, сейчас я попробую загуглить, как менять кораблик. Может, мы сразу сможем шкуну поменять. Ну, это, смотри, на выбор. Либо ПВП, либо миссия. Я еще часик, наверное, меня хватит. Может, полтора. Подустал? Да, я понял. Так это же игра про социальную интеракцию, то есть все миссии, все остальное, это гринд и просто повод, чтобы вы как-то где-то встречались и воевали. Где? А, это ивент. Если ты подплываешь, эта голова начинает еще и пиздеть громко. Ну, просто так. Да. Вот я так понимаю, альянсам нужно туда идти и рубить их. Я вижу больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, вроде семь. Ладно. Вот семь я точно призрачных вижу. О, хочешь прикол?
Так ты и сам можешь залезть. Кто выстрелил? Спустись надо на сушу. Я еще одну вещь проверить. Ну да. Забавненько. Ну, может быть. Наш тоже немало. Фонарики меняются в этом. Это когда ты умираешь от разных причин на корабле вот этого проводника душ, ты можешь его из этой люстры взять себе свет новый. И потом своим фонарем ты все поджигаешь. Для какого-то квеста тебе нужно собрать фонари всех типов. Шесть. Вроде вроде умереть от акулы, от молнии. Так вот,
Ты разный цвет можешь взять только вот таким вот образом. От другого от чего-то умереть, и на корабле этого праведника взять себе огонек другого цвета. И им поджигать фонарики. Ну, когда я последний раз там был, и меня убил человек, то да. Человек, посмотри, какой мне фонарь попал. Нет, у меня фиолетовый. Блять! Я не поменять, а взял. Теперь у меня и здесь. Эту кнопку нажал. Сюка. Дело. Короче, да, можно. Другого цвета брать. Ладно, видел. Ладно, надо это делать. Либо мы с маленькой шлюпой делаем миски, либо идем в 2-2. Либо идем там, где двойками воевать. Его. Ну, вроде завтра вечером Андрюха что-то писал. Ну, говорил, точнее, перед уходом. О, да. Ну, эта игра вообще про ПВП. Про ПВП во время гринда. И горение попы, когда твой гринд обламывают. Якорь у нас вообще на месте. Здорово. Бай-бай. Прикол.